Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили. Мы играем вроде бы типа карточные игрушки, я так думаю. А в верхнем левом углу карты кажется ее пройти. Так, ладно, что нам нужно выбрать? Так, типа того, чтобы убить. Давай тогда так, что ли. Так, я прочитал вроде, но нарвался. Можно использовать карты. Раунд битвы состоит из хода игрока, ход партнерши игрока и ход врага. Блин, что она тут? Что это за изнасилование моей психики, блядь? Так, что это мне надо сделать? У нее 3000 с лишним здоровья. Давай. Сосредоточь энергию, чтобы подзарядиться. Это усиливает эффект от использования следующей карты. Комбинирую эту карту с другими картами для достижения максимальной. Карта атаки по мере повышения цены карты и условия атаки игроки атаки будут становиться сильнее. Так, мне нужны так. Окей. И она мне ударила. Так, у меня вообще что вообще? Он? А, 51. Так я не вижу, чё у меня там. Да. Может получить новый навык, победил битву и повысить свой уровень. Давайте посмотрим. Навыки бывают двух типов. Пассивные навыки действуют автоматически, а активные навыки нужно активировать. Быстрое перемещение, выполнение двух действий подряд. Восстановление. Давай так вот, наверное. Так, опять карта. Твоя партнерша будет помогать тебе во время приключений. Она будет действовать самостоятельно, оказывая поддержку в сражении. Отправляйся вместе с ней в подземелье и дари ей подарочки, чтобы она привязалась к тебе. Чем больше партнерша привязывается к тебе, тем больше у нее будет звезд, что даст ей новые навыки. Говоря, что некоторые партнерши получают более мощь. Мне кажется, партнерша здесь вообще слово никак для перевода. Что, блядь, за партнерши? Ну, так-то понятно вроде. Юз. Так, мне нужно что? Хлоп, хлоп. Так, ладно, прошли. Я вообще не знаю. Мы попали, да, на врага. Блять, что пиздец, что за извращенские фантазии, блять, ребенка. Хлоп. Ну ладно. Что такое? Связь партнерша, спрос свой навык на следующем. Связь партнерша. Что такое вообще? Что это требует? Кровавый шип. Все, пока. Ладно. Замена на исцеление производит карты на руках на карту. Устанавливает каждый ход. Вот это пассивный, понятно? Это активный. Ладно, давай-ка так сделаем юз. Течка. Что у меня это все? Блять, не понимаю. Ладно, еще два хода нужно. У меня есть два хода. Раз, и опять я, наверное, наткнусь. Да, наткнусь. Ладно, давай, попробуем. А, нельзя, да? Ничего использовать. Ладно, 25. 1500. А, вот это, наверное, 3 карты осталось из 20. А может, как раз 3 карты у меня осталось выбрать. Ну-ка. Время для укола. Хлоп. У меня 3 карты осталось. Мне сейчас эти 3 карты вылезет, и я посмотрю. Здоровье, замена произвольной карты на руках. На карту заряда. Ну, давай посмотрим. Что за фигня? Привязанности. Так, у меня 3 карты сейчас выпадет, да? О! 19. Ultimate Drive. Что это такое, блядь? Так, мы сейчас убиваем. Угу. Просто пробегаем. Не знаю, что мне сейчас требует.
Ясно. Пока просто осталось 300 метров. Повезло. Бокс. Типа попасть на сундук. Открой сундук, ты получишь пулемет из него, однако... Однако не будем. Че получил, хуй. Кстати, у меня один ультимейт драфт. Кстати, я сказал бы. Врагов всех мы забрали. Ух, что такое за ультимейт драфт, вообще не понимаю. Мы пробегаем ненужных нас на врагов, я так понял. Давай. Угу. Хотя, мне кажется, надо было там кого-нибудь шлепнуть. Да, мне надо 15. Ну ладно, мы пробежим. А, давай так. И 10. Сейчас опять бокс откроем. Бустер. Не знаю, что такое. 20. Так, окей, 20, 25. Ну, 20 используем. О, 15. Мы всех врагов уже практически побежали. В этом, наверное, состоит эта тема, мне кажется. Меньше нарваться на врагов. Хотя я почему-то апаюсь после врагов. Давай к это. И 10. Может, мне надо апнуться? На врагов нападать. Хотя 90. До босса осталось 90. Четвертый левел, второй. Хотя, мне кажется, я все-таки неправильно начал. Тысячи. Мне кажется, надо было всех собрать. Блядь. Что-то, мне кажется, она меня ёбнет. Да, мне кажется, нужно было мне нихера не пропускать врагов. Я понял вас. Обидно не прочитал. След может прекратить, если ты потеряешь поражение в бою. След можно продолжить, заплатив 5 кристаллов. Нет. Да, все-таки мне нужно было прокачаться, прежде чем, блядь, идти на нее. Все, я понял теперь. А я пропускаю, думаю, блин, наверное, на них не надо нападать. А тут хлоп, нет. Карта, персонаж. Здесь можешь как бы улучшить персонажа, его скилл, связь с партнершей. Ясно, ребят? В чем суть-то? При исследовании ранее пройденных зон ты будешь получать различные бонусы. Но ты будешь начинать играть персонажа с первого уровня. Ладно. Так. Байбустер. Окей. Оказывается, нужно мне постоянно нападать на все. Так что давайте сейчас сделаем так. КП 38. Не. Ну давай, бэм. Все, изи. Так, получили мы. Окей, бесплатную какую-то фигню. О. И умение. Выполнение двух действий подряд.
Восстанавливается ТС здоровья. Это типа у нас карты такие есть, если... Защита 25. Так. Нет. Сюда 10, 25, 25. О! Любой 25. Давай тогда. Нападаем. Двойной удар. И, кстати, можно быть на защиту вот так вот. Блин, надо было прочитать, что такое. И типа я защищаюсь. Ах, таю. Так, юз. Связь с партнершей. Связь с партнершей. Ладно, давай. Лоб. Ну, в принципе, без партнерши. Я ее убил. Каждый ход. Это тоже нормально. Вот, пока давай-ка. Кстати, укс использую и увеличу. Промахнулась. Ну давай так вот так. Вот. Ах тай. Блин, она сейчас может меня ёбнуть. А, она восстановилась. Ладно. Хлоп, хлоп. Давай-ка еще раз. О, 150. Да нет, я убью ее, наверное. Видишь, я карты еще все использовал. Сейчас другие будут карты. Так, давай-ка вот, наверное, пассивный пока. Вот, мы получили нужный нам. Давай. Ну ладно, мы и так проскачем, пофигу. Во, по-любому попадем. Кстати, если я так сделаю и вот так вот тут попаду. Блин. А разница-то какая? 2000. Кстати, можно было связь с партнером опять сделать. Ну ладно. Мы убьем ее. Сегодня атаки на улучшение максимального здоровья на 400. Надо вот ее здоровье увеличивать. Так, и... Нет, 10. Ладно, 20. 20, 10 или 15, 10. Вот так вот давайте. 15 и 10. Что такое-то? Хоп. Все. Ну-ка, давай-ка, юз. Аптечка. Связь с партнершей. Это манны, да, используется? Где моя манна? Я тут даже не вижу. Кровавый шип. Это партнерша, да, сделала? Да, по-моему, партнерша. Давай-ка. Кстати, мне надо было смотреть, какие мне не нужны карты, поэтому я, может, использую в бою их. 25, мне кажется. 25 это слишком. Надо вот маленькие, мелкие карты иметь при себе. За каждый ход. Давай. 25. О! Бустер. Но все равно, мне кажется, для до босса я все равно слабоват еще. 10. А разница какая? Блядь, 10. О! 5. Вообще зашибись. Так, надо 20-25 убирать, убивать все. Прям 20. Все, давай-ка. Юз. Бэм, бэм. 20 еще осталось. Сейчас мы уберем эту карту. И не зли меня. Хорошо. Вот это убираем. И сейчас будет другая у нас карточка. Вот, ух ты, 3000 даже урон наносит, нифига себе. Так, усиление атаки, повышение здоровья на 400. Давайте усиление атаки. Усилим все-таки атаку. На 200. 10, вот. Даже на двоих сейчас нападем, смотри-ка. Убираем 25, наверное. Большие убираем. Ух ты.
Большие прям убираем. Ох ты, сразу смотри-ка с первого раза. Давай. Ух ты. Давай. Так, мне нужно 15, поэтому убираем вот эту. Ху. Все. 15, это сейчас мое усиление атаки на 200. Машина 400, ну давай здоровье еще. Все равно восстанавливаю. Ну-ка, сдавай-ка. 20-чик убираем прям бэриком. Надо было, кстати, восстановить тоже. Ну-ка, use skill towers. Так, убираем 20-чку. Ставим 5, 15, 10. Все. Усиление атаки, усиление эффекта следующей карты. Давай посмотрим, что такое. Так, 15. А там уже 20 надо. Значит, 10. Вот эти вот убираем. 10 сначала. Все равно надо убирать. О, кстати. Усиление следующей карты. И вот. А, использование 6, смотри-ка, можно. Так, у меня 5, 5. То есть 15. Давай 15. Вот. Двойной удар. Так, ребята, мы уже 10 уровень, так улучшение максимально. Ну, давай, пофиг, вот это. Скоро у нас будет. Вот так, у меня не 20. Давай так. Конечно, за 5. Ух ты. Усиление карты. И вот это. 2.25. Ух ты, кровавый шип. Как у нас жестко. Ну да, ну смотри, кто же мне. 25 давай. Бэм. О, кровавый шип опять. Все. Мы это сделали. Получили какую-то тему. Еще лут. Все, зашибись. И да, улучшение. Максимального здоровья. В принципе, мы сейчас за десяточку. Ох ты. Так. Десяточку оставим. Сейчас 25, значит, убиваем. Угу. И. Десяточку надо оставить, значит, одну десяточку оставим. Мисс. Двойная атака, давай-ка одну. И защиту за 5. Кровавый щип. Все. Зато сейчас новый карт дадут на распоряжение. Так, давайте 9% повышения у нас есть еще. 10 по-любому. Еще половина даже. Кровавый щип. Так, что нам еще нужно? Давай 15. Я не помню, кстати, что мне сейчас нужно. Поиграем. Пятерочка выручает. Давай. Улучшение максимально здоровья очков на 200. Да, вот это. 240, это получается на 20, ну, давай вот это на 20 сделаем, и надо на 25, ну сейчас бокс тоже улучшим, ну хотя бы нормально, сейчас будет мисс промах, 25 нужно. Уху, 20-ка, чищ, ух ты, жесткий ты.
Увеличиваем усиление следующей карты. Начинающий следопыт. И... А вот это. Чё? Это мне восстановление энергии. Ух ты. Она себе 5000 мы шлёпнул. Кстати, зря я на 10 использовал. Ну, 20-ка даже пришла. Усиление очков, да. Надо на пятерочку. Давай-ка. И 20-ки все убираем. Мне нужно по пятерочке. Холоп. Да пофигу, ребят. Пятерку надо оставить. Вот, пятерку оставить. Давай, сучки. Время для укола. Нет, атаку надо. Все. Изи. Давай, сматывайся, сматывайся. Пока. В смысле, 1 хп? А, ну ладно, давай, пошло. То бы пизда. Я ну, способность не использую пока что. Увеличение здоровья, увеличение атаки. Значит, давай посмотрим, что здоровье, что на 200. Какая разница? Так, пятерочка. 20-ку надо теперь. Ну, пока по десятке давай убиваем. Кровавый шип. Ну, так можно использовать, юзить связь партнерши. Вот эти вот бесит, вот эти кровавый шип, ну, бесполезная тема, мне кажется. Для меня это вообще бесполезная какая-то. 25, ну, давай 20-чик прям, и то би пизда. Так и знал, ребят, так и знал. Увлечение. 15, 20, так, 10, нет, 15 и 5, давай 15, 5, еще один бокс, так, давай-ка мисс, что за промах, значит, мы проиграли, что ли, так, и давай-ка, не знаю, что за энергию установили, 25, ух ты, жестко, жестко. Ох ты. Пятерочка, все, хихи, не зли меня. Как, чикульна. Все, давай. Нифига себе, она восстановилась. Ты че, тварь? Давай, бэм, 3,5 тебе. Чтоб не ворчало. Здоровье. 4000. У меня здоровье уже. Ну, 25, кстати, смотри. Сразу. 20-ку теперь мне надо оставить. Вот эти две мы используем. Ну, давай. Очкани меня. А, ну это. Кровавый щит. 20-ку надо оставить. Восстановление. Ну, простое. 20-ку нужно оставить, да? 25, значит, фигарим. Кровавый шип. Все? Она восстановится? Нет, не восстановится. Молодец. 15% за каждый ход. Пиздец, вообще вижу. 20-ка. Теперь надо 25. И вон 500 уже метров. Это главное у нас. Героиня. Блин, ну что, 20-ку? Да, 20-ку, по-моему, нужно. Или 25. Что-то херово, значит, посчитал, по-моему, 20-ка. Ладно, оставим сейчас 10-ку. Усиление карты, надо другую, кстати, способность, какие-то другие способности. Мне не нравятся способности. Вот эти лучше использую, две. С 25 выходит. Тут 20-ку сейчас шлепнем. А, ну все. 10-10. Здоровье. Ох ты. На 800, конечно, луча. На 800. 20, да, и 5. Все правильно. И 5. А потом 10 и 5 нужно. Угу. 5000. Жестко.
Давай-ка 10. Следующие 5 и 15. 5 либо 15. Ну, 5 оставим по-любому. 5 вот оставим. 15 уберем. Ух ты, сколько у нее здоровья, смотри-ка. У меня просто 5 и 15. 5 и 10 надо ставить вообще. Ну давай вот это оставим. Блин, либо 5. Ну 5 в любом случае оставить надо. Ух ты, хорош она. Жуть. Ладно, 10 придется убрать. Фиг с ним. Ну, 5 надо использовать. Еще 10 надо использовать. 10 теперь. Все убираем, все используем прям по максималке. Хлоп, хлоп, давай-ка все используем. 10 нужно мне. Давай-ка, давай, 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 не зли меня. Значит, 10 надо. 10 вон. Скилл актив. Все. Пока, прощай. Так, и, наверное, скилл. Мы не будем улучшать скилл, нафига себе. А я тут не видел 20, по-моему. 25. Ну, давай посмотрим. 20 составим. Кажется, там 20 было, я что-то не посмотрел. Так, давай-ка. 20 составим. Уже. Я поражу тебя прямо в сердце. Оставим 20. Вон одна 20 есть. Мы ее оставим. Ух ты, хорош. Неплох. Неплохой удар. Да, 20. Все, последнее. У-у-у, давай-ка, местная гарпия. Я должен хотя бы получить сейчас другой левел. Или это максимально что-то, я не понял. Так, видишь, у меня теперь 3 восстанавливающие. Сейчас гарпи. Хе-хе, не зли меня. Птыщ, птыщ. Блин, а каким-то было усиление сделать. Я что-то мозги проебал. Ладно, давай 20 очков. Так, и... Ладно, восстанавливаю. И бэм. Кто у меня сейчас восстановится так? Тыщ. Ох ты. Все, это типа контрудар был. Все, давай бежим. Все, у нас последний босс. Валим. Хо, чищ. А, кстати, надо это сделать. О, это она так валит фигово. Юз. Здесь партнерши. Юз. Так, ну что, ребят, давайте усиливаем. Хлоп, хлоп. Все, кровавый щит. Пам, двадцаточка. Давай, изично. 25, давай. А, надо еще это использовать. Точно, 6 раз же можем, по-моему, использовать. За раунд. Давай, я поражу тебя прямо в сердце. Фиг с ней. А, нельзя, да? А, через 4 хода. Вот, что это такое. Только сейчас понял. Давай, бэм-бэм. Что ты там сделаешь, ладно, что ли? Такой супер-мега скилл. Конечно, ребят. Фу, что ты хочешь? Короче, бэм. Сейчас супер удар какой-нибудь она даст, да? Вот, вот эту берем, прям восстанавливаем до конца, ребят. Бэмте. Давай, супер удар свой. Точно не покосло. Что ты думаешь? Смотри. Да. Давай, усиляем. Усиление, на. 3700. Супер мега скилл, на. Давай, сейчас будет. Будет жестко. Изина. Монстр скиллсна. Фух, была долгая битва, оказывается.
можешь дать обзор на игру? Ну, я уже дал обзор. Я уже дал обзор, ребят. Красавцы. Игра интересная, кстати, прикольная. Ну, как бы интересная, прикольная. Такая. Прикольно, прикольно. Ладно, ребят, если вам понравились данные игрушки, я оставлю ссылочку в описании. На этом все. С вами был Шевили. До новых встреч.